Не оправдали доверие. Руководство Межрегионгаз Иваново приняло решение ограничить поставки газа для нужд ООО «Совхоз Тепличный». С 2012 года долги растут. Сейчас сумма достигла внушительной отметки в 133 миллиона рублей. Часть задолженности газовики планировали получить после продажи овощеводами осеннего урожая. Но, видимо, приоритеты руководства предприятия в погашении долгов расставлены иначе. 5 ноября Межрегионгаз подал иск в арбитражный суд о признании совхоза банкротом. Следующий шаг – назначение конкурсного управляющего. Первое заседание назначено на 24 декабря. Поставки газа с 15 ноября будут ограничены до объема, необходимого для теплоснабжения населения соцсферы поселка Новоталица. В Межрегионгазе очень разочарованы поведением руководства тепличного. Так она сегодня даже и графиков погашения задолженности этой не представлена. А те графики, которые представлялись по соблюдению, вернее, поддержать задолженность хотя бы на 110 миллионах, они, в общем-то, тоже были не исполнены. В летний период пытались мы оформить залог дополнительного имущества, но на данный момент Росимущество нам не пошло навстречу, несмотря на все усилия правительства Иваново.